Ну что, я начинаю плести емкость для лука. Взяла я вот 16 таких трубочек, склеила их. Так, трубочки у меня из пекарской бумаги, из светофора, которая. И обработаны они, я их не красила, обработаны они просто лак плюс вода. То есть две части лака и одна часть воды. Вот, сделала так 4 здесь, 4 здесь, ну и тут 4, ну и теперь буду плести. Заметила первую трубочку, с которой я начну. Так, и сгибаю. И сгибаю. И начинаю плести. Ой, правда, короче, они у меня коротковатые. Ну, ничего страшного. Так, это сверху, а вот это пойдет снизу. Так, плотнее надо стараться. Теперь вот это нижнее пойдет сверху. Вот так вот. А эта, которая была сверху, она пойдет снизу. Так вот. Теперь вот это пойдет сверху. А это пойдет снизу. Вот. Теперь здесь я сюда меняю. Но вот здесь мне надо будет наращивать трубочку. И она у меня пойдет как-то бы снизу, да? Чтобы ее было не видно. Так, и вот это здесь закрывает у меня, прикрывает, вот она. Согнулась немножко и загнулась немножко. Вот здесь я тоже буду наращивать. Так, сюда клею макнула немножко и сюда надеваю. Так, что-то у меня не пошла она. Вот это вот, видите, помялось у меня немножко. Почему-то не помялись. Но они были у меня свернуты, поэтому немножечко расширить. И сюда. Еще беда с наращиванием сейчас будет. Вот, все нарастила. И вот это у меня пойдет теперь снизу, вот сюда. И она у меня выходит вот сюда. Что-то у меня, знаете, не очень красиво получается. Может быть, я что-то не так немножко делаю. Так, это вниз. Вот так. Это вниз. Снизу и сверху. Так вот. Ой-ой-ой, как-то некрасиво все. Как-то все некрасиво. Так, начинаю опять сначала. Где у меня вот это вот замеченное. Так, знаете, что, все-таки, наверное, слишком по... Все-таки буду я как первый раз делать. Здесь сгибаю. И буду плести, знаете, не сразу сплошняком, а вот как я первую свою плела, мне так удобнее. Может, это не совсем правильно, но будет так. Это что такое? Вот так.
А это сюда вниз пойдет. Вот так. Так, это сюда. Сюда сверху. А это... Так, здесь я, наверное, неправильно сделала. Так, сначала вот эту надо мне вывести. Вот так вот. А это пойдет вот сюда. Так вот. Вот так вот. Некрасиво получается опять. Что такое? Так, вот это пойдет вниз. Вот. А это отсюда сверху выходит. Вот так. Теперь это пойдет вверх, а та пойдет снизу. Так вот. Вот. И поплотнее надо их как-нибудь затягивать. Вот. Так. Это пойдет сверху, та пошла снизу. Теперь это уходит вниз, так не оттуда вылезла. Вот так. Сюда, а это вот сюда. Вот так. Раз, два, три, четыре. И поплотнее затягиваем. Потому что чем плотнее, тем красивее. Сюда, а это снизу, вот сюда. Так. Так, это сюда. Это сюда, вот так вот. Так вот. Так, это сюда. Так, это у меня вниз пойдет. Это пойдет сверху. Вот так. И вот здесь я буду ее уже наращивать. Здесь у меня немножко опять так вот. Значит, это у меня пойдет вниз. Так. А вот та, где она у меня? Вот она, вот она, вот она. Она пойдет сверху. Вот так. Так, ну у меня, наверное, знаете, что, палочки слишком мягковатые. Значит, в следующий раз буду крутить. Учту, надо будет ленту пошире делать. И плести. Так. Вот так вот это пойдет сюда, наверх. А это пойдет сейчас вниз, но мне здесь надо ее нарастить, чтобы мне ее было не совсем видно. Вообще, чтобы не видно было, не знаю. Стараюсь, конечно. Такое. Вот, и вот сейчас вот эту трубочку у меня этот стык прикроет. Вот, прикрыла. Ну, кажется, Дима сейчас пойдет уже быстрее. Вот так. А это снизу. Вот сюда. Вот так. Ну и все, сейчас я их провяжу. Не получается. Плотно у меня не получается. Я боюсь потянуть, что она у меня вылетит, трубочка, которая стыкованная.
Так. Так, что-то на меня сжали, они меня сжались прям совсем. Вот так. Так, что-то я не поняла здесь, почему у меня так получилось как-то некрасиво. Вот так вот, все правильно. Вот так вот. Вот и вот так вот. А теперь это вниз. Вот так вот и вот так. Так. Что-то не очень красиво, конечно, получается. Так, ну я думаю, чтобы у меня рисунок получался более-менее красивым, я буду уже, значит, я прошла два ряда, и теперь я буду разделять. Почему-то вот это у меня первое, а получается, что оно у меня как бы и не первое. Так, нет, это вот сюда вниз, а это сверху сюда. Так. Пойдет сверху. Так, по три буду разделять. Это пойдет вниз, а это пойдет сверху. Вот так. Теперь это пойдет вниз, а это пойдет сверху. Так, это пойдет. И у меня тут палочки-то. Это пойдет вот две вот эти вот. Так, это пойдет сейчас вот вниз, а это пойдет сверху. Вот там две. Теперь это пойдет вниз, а это пойдет сверху. Вот так. Вот по две. Ну, здесь надо наращивать. Смотрите, хотела раздвинуть по одной еще сделать. Ну, теперь я уже раздвигать, конечно же, не буду, потому что мне осталось буквально еще ряда 3 переплести и буду ставить стойки вертикально. Вот, ну, немножко есть, конечно. Вот здесь вот что-то я тут так, прям как то ли слабо, то ли что. Ну, я думаю, со временем все наладится. Вот, поэтому, ну, теперь вот у меня задача, как мне стойки поставить сразу 2. Наверное, так же, как если одна идет стойка. Так же, как и так буду и 2 делать. Заламывается. Хотя, вы знаете, мягкие, очень мягкие вот эти вот трубочки у меня. Вот, но кое-где все равно заламываются. Вот, ну что, будем стараться дальше. Так, ну вот все. На этом я останавливаюсь. Здесь у меня диаметр примерно 15 сантиметров. У меня линейки нет. Ну вот это вот у меня 20. И чуть меньше, то есть где-то 15 сантиметров. Так, вот у меня первая стоечка. То есть сейчас я вот доплетаю. И эти стойки я буду прятать. И дальше буду поднимать вот эти стойки. Так, ну естественно, мне их потом придется нарастить, потому что ну, она будет ну, довольно-таки так высокая. А эти, ну сколько здесь? Ну, вот, небольшонькая. Ну, это сколько? Сантиметров 8, наверное. Поэтому наращивать их придется по-любому. Все, о, коты из окна морут. Окно открыто. Так, в общем, слышите, дикий за окном. В общем, короче, сейчас я доплетаю вот до этой первой стойки и до этой вот. Вот она первая у меня на месте. Ну и, значит, вот это у меня пойдет вот под эту стойку сюда. Сейчас я ее запрячу, но она у меня длинная, потому что я ее нарастила. Так, естественно, это у меня лицевая, а это изнаночная. И я буду вот эту вот стойку прятать вот сюда. Вот сюда. Так вот. Сейчас я ее вытащить попробую. Нет,
мягенькая она у меня, поэтому сгибается. Сильно мягкая. Вот я ее заплетаю сюда, затягиваю. Все, она вот у меня ушла. Я ее обрежу потом. Так, вот, все, ее даже не видно. А эту, вот сюда сейчас засуну. Так, вот сюда. Ой, вот сюда. Здесь все ровненько, ничего не видно. И сейчас я буду эти стоечки поднимать. Так, ну а эти так вот обрежу. Да ё-моё, никак. Так, ну и попытаюсь вот сюда еще дальше подсунуть, чтобы их было не видно. Все, вот так. Смотрите, как хорошо засунулись, что их и не видно. Вот, вот так. Вот вытащила я вот эту вот штуку. Ну, смотрите, так вроде ничего смотрится. Вот, а с этой стороны, снутри вроде как бы нормально, а снаружи как что попало. Моя вторая неудачная работа.